Итак, дорогие друзья, я вас приветствую, с вами Сергей Куликов, он же моряк, и это «Фокусы от моряка». В этом видео мы будем с вами подводить результаты конкурса «Лучший комментатор» по итогам месяца июня. В этом месяце, напоминаю, у нас три победителя, и предлагаю посмотреть, кто эти счастливчики и что им досталось. Итак, друзья, давайте посмотрим, кто же стал нашими счастливчиками. Итак, место номер 3, комментарий, который небольшой, но очень-очень-очень прикольный, написан в тему, кстати, с видео. Это написал матрос под ником Андрей Хохлун. Или Хохлун, извините, если неправильно назвал фамилию. Итак, Андрей и его комментарий к моему недавнему фокусу с даблбэк-картами. Итак, давайте же посмотрим, что у нас получает Андрей. Ну, Андрею по сложившейся традиции, да, начнем мы так, с таких вот приятных картишек, которые называются таллики, таллихо, красного цвета. Итак, следующий комментарий, который мне понравился, написал матрос под ником... Ой, что-то не щелкает оно. Александр Маркин. Александр Маркин, он написал комментарий к моему недавнему фокусу «Фантастическая пятерка». Итак, что же получает Александр Маркин за свой хороший коммент? Ну, по сложившейся традиции, мы подарим ему очень приятные картишки, которые называются «Авиатор». Итак, уважаемый Александр, эти карты теперь ваши. Ну и кто же на первом месте? А на первом месте у нас человек, который написал очень приятный коммент. Очень мне понравился. И этот матрос носит ник The Drive. The Drive и его комментарий к фокусам с даблбэк-картами. Итак, что же получает The Drive? The Drive получит у нас хорошие карты, которые я сам очень люблю. Это вот такие вот карты Феникс. Уважаемый The Drive, я не знаю, как вас зовут на самом деле, конечно же, но вам действительно повезло, это очень клевые карты. Ну что ж, дорогие победители, пишите мне в личку на YouTube ваши координаты, и я буду отправлять вам карты. Время до 15 числа следующего месяца. А тот, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Наш конкурс продолжается. Пожалуйста, пишите комментарии, участвуйте в конкурсах, побеждайте и выигрывайте себе новые колоды. Ну а на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк, и да хранят вас боги моря и небес.